И память – лучшее внимание, а в итоге и результаты в учебе. В Люберцах работает школа скорочтения. Занятия по развитию интеллекта, памяти и навыков быстрого, а главное – эффективного чтения проводятся по методике Шамиля Ахмадулина. Мы заинтересовались успехами ребят и выяснили, в чем же секрет методики. Работаем синхронно. Левая и правая ручка выполняют одно и то же движение. Внимательно. Ни одна ручка не отстает. Удивительно, что в школе скорочтения большая часть занятий отведена таким упражнениям. Вопреки общепринятому мнению, здесь не учат быстро читать, а помогают понимать и, самое главное, запоминать информацию. На занятии мы читаем всего 10 минут. Все остальное время мы выполняем разнообразные упражнения на развитие внимания, памяти, скорости реакции. Могу показать одно упражнение, например, которое кажется простым. Одной рукой зайчик показываем, второй – класс. Затем меняем. Еще раз. И ускоряемся. Занятия по скорочтению проходят по методике Шамиля Ахмадулина. Она рекомендована Министерством образования и учитывает последние разработки психологов и нейропсихологов. Эффективное чтение – основа изучения всего. Как решить математическую задачу, если не понято условие? Или сколько раз нужно прочитать текст, чтобы пересказать его? Курс скорочтения состоит из 10 уроков. Каждый из них длится 60 минут. За такой короткий срок можно научиться воспринимать информацию в два раза быстрее. У нас повысилась техника чтения, и усвояемость материала у нас повысилась на 25%, потому что у нас мы сразу пришли 75% было, а сейчас у нас все 100%. Мы очень довольны результатом. Появилась большая тяга к чтению. Вот что я заметила. Ребенок читает просто, уходя в ночь. Кроме курса скорочтения, сотрудники школы предлагают и другие не менее важные дисциплины. Каллиграфия, развитие памяти, логического мышления, обучение чтению и подготовка к школе. Стоит отметить, что занятия полезны не только для детей, но и для взрослых. Людям, работающим с информацией, важно уметь быстро и эффективно усваивать ее. В летний период тренинги проходят в интенсивном режиме. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.